Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – хрещення Русі, яке ми відзначатимемо незабаром. І сьогодні у нас в гостях заступник голови інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії ієрей Андрій Чиженко. Отець Андрій, здравствуйте. Спасибо, Господи. Очень рады видеть вас в нашей студии, тем более, что мы встречаемся с вами накануне такой большой и знаменательной даты – крещения Руси. Мы будем отмечать эту дату 28 июля. А вообще, знаете, как интересно, отец Андрей, июль, он наполнен датами памяти великих святых, великих отечественных святых, совершенно которые верно, в какой-то, да не в какой-то мере, а в полной мере повлияли на историю нашей страны. Я думаю, что это очень здорово, что сегодня вы у нас в студии, и мы вспомним и тех святых, ну и главное, конечно, крещение Руси. Ну, дорогие братья и сестры, сердечно рад приветствовать вас в эфире телерадиокомпании «Николаев». Эти двери всегда гостеприимно открыты для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. И особенно в преддверии, так сказать, огромного большого праздника, который, наверное, для нашего народа можно охарактеризовать как вторую Пасху, это крещение Руси. Вторая Пасха даже? Ну, наверное, да, вторая Пасха, ну, потому что, как бы, что такое Пасха? Ну, в переводе с еврейского «песех» – избавление от прохождения мимо. В новозаветном вариации, в новозаветной уже транскрипции в связи с земной жизнью Христа и с искупительным его подвигом, то, как бы, Пасха или воскресение Христово – это, как бы, избавление человечества из рабства дьяволу, из рабства греху, из рабства вечной смерти. И вот День крещения Руси, наверное, тоже можно сказать, что это избавление именно конкретного народа, восточных славян, украинцев, белорусов, россиян от рабства греху и от языческого рабства, и как следствие от гибели народа, то есть от вечной смерти, потому что языческие народы, которые жестко исповедали языческие культы, в которых было очень много больших, скажем так, не то что даже искажений, а, ну, от того, от чего даже у современного человека, наверное, содрогнется душа, скажем так, от омерзения тех грехов, которые были в то время возведены в ранг нормы, в ранг священного обряда. Вот. И, как бы, конечно, в этом смысле для нашего народа украинского День крещения Руси – это действительно Пасха, действительно воскресение Христово. Ну и хотелось обратить внимание на следующие, так сказать, дорогие братья и сестры, на следующий момент, связанный с крещением и вообще Руси, и вообще с христианством. То, что если мы будем видеть вот как бы такой момент следующий, что вот мы много сейчас говорим о конституционных правах, много говорим о демократии, много говорим о правах и свободах человека. И вот если разобраться, что такое права и свободы, то есть вот мы говорим право на жизнь, там право на образование, образование, на труд, на жилье, там как бы на свободное передвижение. То есть, ну что такое эти права? То есть, как бы, эти права являются как бы зеркальным отображением христианских заповедей. То есть заповеди «не убий», заповеди там «почитай отца и матерь свою, долголетен ты будешь, и благо тебе будет на земле, возлюби Бога самого себя, возлюби Бога всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, возлюби ближнего своего, как самого себя, не делай человеку то, чего ты не хочешь самому себе». Золотое правило морали, которое сформулировал Господь и Бог и спас наш Иисус Христос. То есть фактически вся та юридическая, экономическая, просто культура, искусство, философия, все это, оно было сформировано именно специально, оно сформировано благодаря христианству. До, как бы, христианства, во-первых, например, не было такой ценности человеческой жизни, как она уже была во время, как бы, христианства, во время христианских государств. И фактически все то право, которое мы сейчас имеем, то, грубо говоря, те идеалы демократии, которые ставит перед собой современное общество, то это, конечно, во многом они питаются, как бы, как растение питается живительным соком христианства. Они возникли только вследствие и благодаря тому,
что как бы, ну, тому, что Христос пришел на землю как бы спасти род человеческий. И то, что он сказал, иначе бы мы бы не имели ни демократии, то, и мы бы не имели той правовой культуры и других отраслей культуры, которые мы имеем благодаря христианству. Но ведь до христианства тоже были страны, например, Римская империя, опять-таки Иудея и другие государства, которые тоже жили по каким-то законам, где соблюдались определенные права людей или нет? Ну, понимаете, то есть как бы были, и именно правовая культура, ну, конечно, сейчас немножко уклоняемся от темы, но... Ну, два слова. Да, римская культура, она тоже знала, то есть во многом нормы права, они имеют не фактическую, но формально это как бы во многом сформированы как бы в Римской империи сформированные нормы и сформированные нормы уже в Византийской империи, так называемые кодексы Юстиниана, это середина VI века. Но внутри как бы содержание этих норм права, оно коренным образом отличалось от норм права, которые существуют сейчас, то есть которые основаны на христианской традиции. Ну, например, к примеру, человеческая жизнь. То есть человек, право на жизнь и как бы на охранение ее, например, той же Римской империи имели только римские граждане. То есть это специальная такая, скажем, элита, каста неприкосновенных. Да, элита римского общества, которые фактически они имели право на как бы все права и свободы, имущественные, социальные, там, жизненные. Но если, например, римское войско идет в поход, допустим, на Украину, вот скажем, на Украину, берет в плен скифа, который жил в то время на Украине, как бы. Или даже древнего славянина, которые тоже тогда жили, они их называли венеды, венеты, то есть римляне называли венеты. Уже есть упоминания, там, 1, 2, 3 век, что уже как бы праславяне, они жили на территории Балкан, Украины центральной, то есть как бы Фессалоник, Греции, уже жили как бы славянские племена. Он берет в плен, например, славянина, он приводит его домой, и уже этот человек не является по римскому праву человеком. Он уже не человек, он уже по римскому праву вещь говорящая. Потому что по праву войны, по праву собственника, то есть как бы если человек взят в плен римским там, легионером, приведен как дань, как бы дань императора за поход, как его плата за благодарность за то, что он как бы стал воином, то такой человек уже, он становился рабом этого легионера, или как бы его продали, то есть в рабство, то есть он становился рабом этого легионера, и он становился фактически вещью говорящей. Его можно было убить, его можно было продать, его можно было покалечить, и ничего человеку за это не будет. Разлучались семьи, то есть как бы муж с женой, дети с матерью, то есть на них уже смотрели как на скот. Отец Андрей, извините, что я вас перебиваю, но то же самое мы наблюдали и в России, когда было крепостное право. Не, ну совершенно не то же самое. На людей не смотрели как на скот. То есть уже в то время, да, как бы, скажем, крепостное право, оно тоже там было много, скажем, перегибов, но в то же время уже как бы человек, ну, барин смотрел на человека, даже пусть он ниже его по социальному уровню, но он же смотрел на него все равно как на собрата, как на христианина, понимаете, да, их секли там и так дальше, дальше было много, мы не говорим конкретно об этом. Но тем не менее, люди были людьми, да? Сознание уже сдвинулось, нельзя было убить просто крепостного, то есть, понимаете, те ужасы, которые показывают там в советское время, они во многом преувеличены по идеологии, то есть, как бы, которые говорили нам, да, были определенные там, извините меня, в каждом слое общества как бы есть какие-то патологии, какие-то отклонения, какие-то свои садисты там и так дальше, и так дальше, то есть, но фактически уже человек в христианскую эпоху смотрел на другого человека как на человека. И то, что институт рабства был изжит как таковой, то во многом это тоже, не во многом, а преимущественно это благодаря христианству, благодаря корневому взгляду православного христианина, что человек является собратом. Я должен смотреть на него как на самого себя. Вот сейчас вы очень важную вещь, отец Андрей, вы сказали, потому что, то есть, крещение Руси – это переломный момент, когда люди начали смотреть друг на друга, как на людей. Совершенно верно. То есть, до этого, ну, как бы, в римское общество, в чем оно
его особенность. То есть это в первую очередь культ стихий. Ну, допустим, языческое общество, вернее, это культ стихий, но если говорить о римском обществе, о римских богах, которые основаны на элладской культуре, это немножко другое. Но если говорить о славянской культуре языческой, то это в первую очередь культ стихий. Зависит человек от солнца, значит, солнце – это царь-бог. Да? Зависит человек от воды, значит, там ручейки живет, значит, богиня, которую надо задобрить. Там, как бы, зависит человек от земли, мать-земля, культ плодородия там, и так дальше, который во многом был связан с оргиями, ну, и как бы с очень нехорошими вещами, как в Греции, так и у нас, например. Ну и, допустим, как бы уже и второе, что это, конечно, культ низменных наслаждений. То есть язычество – это религия, которая основана на культе низменных человеческих наслаждений. То есть, как бы. И третье – это, конечно, культ эгоизма. То есть все существует ради меня. Чем я сильнее, значит, я могу иметь там как бы 10 жен, там, я могу и претендовать, там, захватить 3 деревни, там, 10, 2 города, значит, это мое право, потому что я сильный, как бы я, ну, как бы все решалось на правах страстей, на правах наслаждения и на правах эгоизма. Вот как бы страсти, наслаждение и эгоизм – это как бы три главных кита язычества. То есть если мы посмотрим на… Часто сегодня говорят, это очень важный вопрос, его надо поднимать, что древняя прокультура древних украинцев, они чуть ли там не в космос летали и были как бы, и, знаете, как говорят там… То есть они там, как бы являясь, даже я слышал такие утверждения, что эллины пошли от украинцев, то есть украинцы, не, ну это понятно, трапийская что, культура, конечно, но как ну, бы, то есть спорит. Это во многом, то есть это мистификация, ну, властелин колец, скажем так, придумывание несуществующей страны. Он очень его красиво, Толкин, придумал, который, кстати, вкладывал властелин колец христианскую, ну, как бы, христианскую миссию, идею, христианскую, да, идею, то есть маленький смиренный человек побеждает как бы древнее зло благодаря любви, то есть как бы, но то есть сейчас идет мистификация, какие-то там гипербореи, арии, там огромные империи славянские и были, как говорят нам сейчас современные неоязычники, то это неправда. Если внимательно исследовать языческий культ древних славян, то мы увидим, что это очень примитивная религия, которая была связана со стихиями природы и которая была связана с тем, что, как бы, допустим, человек идет в поход, вот они идут в поход, древние славяне, то есть они бросали жребий, но, что для того, чтобы задобрить сурового бога Перуна, надо убить 3 человек. То есть они бросали жребий, кто должен умереть. Жертвоприношение. Конечно, абсолютно оно было, человеческое жертвоприношение, то есть этих людей убивали, то есть как бы приносили в жертву Богу там, и так дальше, и так дальше. Так умерли святые мученики Феодор и Иоанн, отец и сын, варяги, которые были христианами, и на которых выпал языческий жребий умереть, потому что был поход на Царьград, на Константинополь. И они, конечно, как христиане, они отказались. Феодор не выдал своего сына Иоанна, и тогда язычники бросились на дом, подрубили дом, как бы дома были деревянные, и дом рухнул, завалил и уничтожил этих людей. И они стали первыми, скажем, мучениками на Руси. Вот то, что преподобный Нестор Летописец пишет о том, что русская культура, Русь, да, скажем, языческая культура, она не имела, среди славянских племен не было понятия моногамного брака. И брака как такового тоже не было. Единственное, какой народ имел понятие о моногамном браке, то есть один муж, одна жена. То есть это были поляне, которые жили на территории современного Киева. Остальные племена – это были племена, которые как бы не жили в браке. То есть вот пресловутый Ивана Купала – это день плодородия, это когда день, как бы, скажем так, большого, ну, большого греха. То есть как бы они не жили в браке, об этом пишет преподобный Нестор Летописец. То есть дети не знали своих отцов,
не знали. То есть, как бы они жили в таких больших хижинах, жили всем родом, как бы в такой своеобразной коммуне. Ну и, конечно, допустим, вот еще одно летописное из водах, как вот пришел Рорик княжить. Они враждовали сильно между собой славянские племена. Почему? Потому что в основе эгоизм, да, я сильнее, я больше земли хочу, я больше плодородных угодий хочу, я должен как бы победить, завоевать. В итоге были очень длительные родовые войны, очень длительные как бы войны за земли, вплоть до того, что славяне с друг другом не могли справиться и примириться. И они, например, пригласили Рорика, такого канунга или Рюрика, канунг скандинавский, который был безземельным феодалом. И он делал то, что он продавал свое воинское искусство и свою дружину как бы за деньги, для того, чтобы там один князь мог победить другого. И вот как бы этому канунгу Рорику предложил как бы роды псковские, там псковичей, вятичей, они тех племен предложили новгородцев, ну тогда еще Новгорода тоже понятия не было, то есть они предложили ему прийти на княжение. Для этого они, когда уже Рорик пришел, или Рюрик, уже в славянской транскрипции, они выбрали там 5 или 6 красивых девушек, они знали, что там рядом с этим замком или местом было озеро, в котором они считали, что живет бог Велес, которого нужно задобрить. Чтобы Рорика было хорошее княжение, значит, надо этого бога Велеса задобрить. То есть они что сделали? Они опоили этих девушек дурманом, то есть какими-то грибами или какими-то растениями, потом самую красивую бросали в озеро, она тонула и считала, что как бы жертва, они принесли как бы в жертву богу Велесу эту девушку, то есть как бы и значит уже благодать Велеса, скажем так, да, какая-то сила его передалась Рюрику, и он будет сопутствовать его в счастливом княжении. То есть вот такие были нравы в то время, понимаете, вот от чего нас избавило православие и избавило христианство. И поэтому, если говорить с точки зрения сотериологической, то есть в деле спасения Христа и христианской церкви человечеством, то как бы до момента принятия святым равноапостольным великим князем Владимира христианства в 988 году уже славянское общество оказалось в тупике, духовно, нравственно, религиозном и экономическом тупике. Потому что языческая религия уже явно изжила себя, уже нужны были какие-то новые формы. Выходить на новые горизонты. Выходить, скажем, на новые горизонты. И христианство, оно естественно проникало в славянское общество, в эти разрозненные дремучие племена, которые жили по разным этим. И плюс, как бы, еще был там варяжский элемент очень сильный, когда скандинавы начали проникать и княжить среди славян, то как бы уже православие, оно органично начало сюда проникать. То есть это не было, то есть, скажем так, вот крещение Руси каким-то насильственным актом, загнали всех в речку, загнали всех в воду, покрестили, как бы и все насильственно, огнем и мечом насадили православие. Но это ведь накануне еще и святая равноапостольная княгиня Ольга, да, совершенно она ведь верно. Была еще, она стала христианской до того, как крестилась Русь, это бабка. Конечно, но не только княгиня Ольга, но Аскольд и Дир, которые тоже были, скажем так, во многие летописи и многие исторические источники, они говорят о том, что Аскольд и Дир тоже были христианами. То есть уже до даже княгини Ольги, начиная с 8-го, где-то с конца 7 века, уже на Руси уже существовали и церкви, возникали такие очаги и монастыри. Как бы, это было довольно мощные христианские общины. Они не были, и тем более язычество не могло конкурировать с такой монолитной религией, как христианство. Что в язычестве нет своей иерархии священной. Там были там одни... кто смел, тот и два съел. Да, 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 совершенно верно. То есть, и поэтому христианство, оно органически проникало при соприкосновении варяжско-славянской культуры с юга, ну, с как бы античными городами Северного Причерноморья, которые уже на то время были Ольвия, Пантикопея, Херсонес, которые на это же время уже были христианскими практически,
при соприкосновении с Константинополем, то есть, конечно, с Великой Византийской империей, которая просуществовала более 1000 лет, имела очень высокое экономическое и культурное развитие именно благодаря тому, что геномом ее было православное христианство. Поэтому это все проникало. Уже были первые монастыри, первые церкви, первые православные общины, еще даже за столетие до княгини Ольги. Угу. Уже, как бы, конечно, она, как пишется в летописях, стала луной православия. То есть, как бы, первая звездочка православия, такой явно выраженной, потому что она приняла в Византии православие. Это была очень умная женщина, недаром ее назвали Ольга Мудрая, потому что, ну, в то время, представьте, женщине удержаться на престоле. Вот 24 июля мы празднуем День памяти свято-апостольной княгини Ольги. Вот удержаться женщине на княжеском престоле. Не было в то время практически прецедентов того, чтобы в обществах диких языческих племен, славянских, германских, кельтских, чтобы была на престоле женщина. Это был нонсенс. Нонсенс был. Но, как бы, она смогла благодаря своей мудрости, благодаря своему здравому смыслу, уму удержаться на княжеском престоле. И она, конечно, как умная женщина, она уже понимала, что язычество уже, скажем так, агонизирует. То есть оно уже нежизнеспособна. И она уже тогда искала религию, она нашла ее в православии. Привезите в Константинополь, она приняла православие, крещение от рук святейшего патриарха Константинопольского, и ее крестным отцом стал император. И вот, как бы, она вернулась уже православной христианкой, причем стала ревностной православной христианкой. Не просто, а ревностной православной христианкой. И, конечно, уже князь Владимир, он уже, как бы, в чем-то впитал это православие княгини Ольги. Но в князе Владимире он был еще, как бы, его психология, психотип, это психотип славянина, когда он, как бы, из-за всех тяжких грехов, которые он совершил, там, уничтожение, убийство людей, славянское варяжское общество жило фактически пиратством, они грабили суда, грабили берега Константинополя, как бы вбивали железные гвозди в головы священникам православным. То есть Константинополь боялся славян как огня, это были дикие варвары в то время, дикие кровожадные люди, понимаете, они боялись как огня, как бы, славян, но в то же время внутри уже него зрел этот тупик духовный. Что я? Это я чувствую, что передо мной пропасть. Ну, есть у меня 12 жен и 300 наложниц, есть у меня, как бы, власть, есть могущество, есть деньги, есть все, но нету мира в душе, нету гармонии, нету ощущения того, что я делаю что-то правильно. И тогда начинаются эти религиозные поиски, начинаются эти, как бы, религиозные диспуты, и, как бы, уже он принимает православие, но принимает его не просто так, а, как бы, это уже совпало, воля князя совпала с волей народа. То есть все произошло очень мирно. Где мы слышим, например, как бы, какие-то исторические сведения о кровавых распрях, ну, когда, где там убили язычников за то, что они не приняли православие. Где мы слышим там сотни казней? Не было такого. Не было такого. То есть нет никаких исторических сведений, что православие было восточными славянами принято насильно. Почему? Потому что, как бы, народ уже принял, он уже естественно, органично сбросил с себя уже как ненужное, как пережитое язычество и вобрал в себя христианскую веру. И причем самое парадоксальное, что с 988 года, как бы, начинает мощно развиваться православие, начинает мощно развиваться архитектура, культура, право, экономика. Как бы сразу все и в земном отношении Киевской Руси дается, это становится мощным государством. Почему? Благодаря тому, что внутри сердца и души славянского человека, то есть, как бы, оказывается православие, православие как движущая сила. И общество, народ, они уже приняли, как бы, православие как некую живительную силу, оно оказало живительную силу. Поэтому 28 июля, в день святого равнопостного князя Владимира, на Владимирской хорке по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия состоится торжественный крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. То есть, как бы, основой этого хода будет то, что в разные епархии в этом году, с других епархий будут привезены, уже привозятся святыни. Вот у нас в Николаеве святыня Спаса Нерукотворного из Изюмской епархии, завтра она уже
уже выезжает, и как бы все эти святыни, как торжество православия, как фактическое его символ, они встретятся на Владимирской горке, и множество верующих, архиереев, священников встретятся для того, чтобы почтить великую память крещения Киевской Руси, как самого главного исторического события в жизни нашего народа и самого спасительного события. Которое, в принципе, это событие повлияло, можно сказать, что на весь мир? Конечно. Не только на здесь, вот на нашу землю, а на весь мир? Конечно, да. Оно повлияло на весь мир, понимаете, Христос, свет Христов просвещает всех. Оно повлияло, мы стали лучше, априори общество стало лучше, человечество стало лучше именно благодаря православию, благодаря Христу, который пришел совершить свой искупительный подвиг и спасти всех нас. И если сегодня говорят, что жизнь невозможна, мы живем во тьме, это неправда. Это неправда, потому что человек сам выбирает, жить ему во тьме или во свете. Свет есть, он в церкви православия, а уже человек сам для себя выбирает. Бог никого не насилует, то есть это личное дело каждого человека, лично его свободный выбор. Свобода, православие – это свобода. Это свобода, такое замечательное слово, свобода, православие – это свобода. Отец Андрей, спасибо вам большое, что накануне крещения Руси вы нашли время и пришли к нам в студию для того, чтобы светом Христовым просветить и наших дорогих телезрителей. Друзья мои, так как вы убедились, что живем мы в свободном обществе, и свет Христовой веры сияет для всех. Для богатых, для бедных, для всех, потому что нет ни бедных, ни богатых, в принципе, есть люди. И будем любить друг друга, как бы это нам ни было тяжело. У нас сегодня в гостях был заместитель главы информационно-просветительского отдела Николаевской епархии иерей Андрей Чиженко. Друзья мои, и с наступающим праздником Крещения Руси. Це була розмова на тему. На все добре.